Вам угадали, я обожаю синее вас. Еще она любит ходить в театры, общаться с людьми, писать книги и иероглифы. Ирина Хакамада откровенно о себе рассказывает журналистам, что условия ее стилю диктует самурайская кровь и гармония между восточным созерцательным и европейским суетливым смыслами жизни. Как вот это все сделать так, чтобы быть сексуальной, быть чувственной, пользоваться успехом у мужчин, чтобы муж тебя обожал, а при этом, чтобы ты была самодостаточной, делала собственную карьеру, зарабатывала деньги, рожала детей, все успевала. Этому она и приехала научить саратовских женщин. Мастер-класс «Кайф, драйв, карьера» срывает аншлаги по всей России и в странах СНГ. Современная история – это единственная женщина в политике, которая добилась таких высот. Успешная женщина. Бралась не смелости, а вот все-таки побороться с мужчинами в политике и попробовать себя как будущего президента. А я тоже хочу быть бизнес-леди и точно такой же похожей быть на нее. Вместо шпилек – удобные кеды. Вместо деловых пиджаков – шелковый топ и просторные брюки. Вместо узких очков – круглые, говорит так ближе к народу. А в походке и в глазах – неудержимая энергия. Главная составляющая стиля, который она создавала, не сосчитать сколько лет. Не в состоянии была общаться с внешним миром, если у вас нет голубых глаз и белых косичек, если вы нескладная, некрасивая, с жидкими волосиками, с желтым цветом лица и какими-то непонятными раскосыми глазами, еще бедно одетая и безвкусно, вам конец. На выступлениях бывшего политика только женская половина. Мужчинам вход запрещен. Разговор идет настолько интимный, включая физиологию, все равно здесь мужчине просто неудобно, ему будет неприятно. Я хочу найти мужчину на всю жизнь. А зачем на всю жизнь одного? Что за унижение вообще? Мужчины себе не ставят таких задач, да? Но Хакамада принимает природную полигамию мужчин. Она не говорит, что они хуже, и не обзывает их нецензурно. Наоборот, просит прощать измены, отпускать в воскресенье пить пиво, а также готовить им выходные обеды. Но в то же время отводит мужчинам в жизни определенное место. Второе. После кого? После самореализации. Писательница учит женщин смотреть на мир не мужскими, своими глазами. Разговаривать со вселенной на равных, как делают это сами мужчины. Она знает, что в этом мире есть черные дыры, экологические проблемы, джунгли Африки, закаты и восходы. Есть свои увлечения, есть иероглифы, есть литература, есть работа. И в том числе в этом мире есть мужчины. Однако мужчины Хакамаду женщину уважают. Такое сочетание и открытости, а в то же время она не простачок. На встрече с читателями даже слагают ей стихи. Мне о покое думать надо. Утихомирился мой бес. Взял в руки книгу Хакамады, стал подниматься интерес. И вновь чего-то вдруг хочу я, и пробежал по телу ток. Ирина Хакамада написала 3 книги, сейчас заканчивает 4-ю. Эти издания – ее личный жизненный опыт. 4 брака, дети, бизнес, политика, из которой она ушла и в которую, как сама уверяет, 100% не вернется. Но современных государственных деятелей оценить может. Хакамаду просят нарисовать словами их собирательный образ. Ну вот сейчас дорисуемся. Классический портрет стоит на четвереньках и понятно, чем занимается. С большим восторгом и энтузиазмом. Потом у нее есть перспективы. А сама Хакамада теперь далека от политики. Говорит, занимается тем, что ей интересно. В ее сегодняшней жизни есть и кайф, и драйв, и карьера. Но в отношении к окружающим стало больше восточного. Это как в айкидо. Пропустила агрессию, отошла вовремя в сторону, но потом ее незаметно вернула. Юлия Конькова, Олег Бирюков, Юлия Беляева, ТВ-центр, Саратов.